Живой организм – это источник слабых электромагнитных колебаний. Каждая наша клетка генерирует электромагнитное колебание, и каждый орган имеет свой специфический частотный спектр. Весь организм представляет собой упорядоченную, сложно организованную систему. Он способен улавливать сигналы различных частот, а также резонировать в соответствии с ними. На этом факте и основан метод биорезонансной терапии. Слабые электромагнитные колебания воздействуют на структуру организма на разных уровнях – мембранном, клеточном и системном. Правильно подобранное по форме и частоте биорезонансное воздействие усиливает свойственные здоровому состоянию физиологические колебания и ослабляет патологические. Электромагнитные сигналы в организме человека являются одной из составляющих гомеостаза и выполняют энергоинформационные, коммуникационные и регулирующие функции на всех уровнях его организации. Абсолютно все показатели организма можно измерить. В случае, если эти показания свидетельствуют о проблемах со здоровьем, скорректировать. С времен открытия эффекта биорезонанса за более чем 50 лет были получены миллионы очень хороших результатов по здоровью и положительных отзывов ученых разных стран. По всему миру появилось много производителей, предложивших приборы биорезонансной терапии. Одни специализировались на экзогенной, другие на эндогенной коррекции. Экзогенная коррекция подразумевает подачу в организм человека внешних электромагнитных колебаний, которые призваны вступить в резонанс и погасить патологические колебания. Именно с помощью экзогенной биорезонансной коррекции можно подавить большинство возбудителей инфекций и таким образом помочь организму восстановиться. Эндогенная биорезонансная коррекция использует в процессе воздействия собственные колебания организма, которые предварительно прошли специальную обработку. Результат подобной обработки – это усиление нормальных и ослабление патологических колебаний за счет инверсии сигнала. После обработки собственные колебания возвращаются в организм и корректируют электромагнитные волны во всем организме. Научно-производственное предприятие «Лидомед Био», имеющее более чем 20-летний опыт производства биорезонансной аппаратуры, разработало первый в мире прибор, совмещающий эндогенное и экзогенное воздействие. Контактный Life Balance имеет привлекательный дизайн и небольшой размер. Он с легкостью поместится в кармане или в дамской сумочке. Прибор имеет встроенный динамик, который подаст сигнал об окончании программы или когда нужно подзарядить аккумулятор. На верхней панели прибора имеется три разъема. Два разъема USB с разной выходной мощностью для подключения электродов и микро-USB – разъем для подключения зарядного устройства. Благодаря яркому светодиодному индикатору вы всегда сможете контролировать уровень заряда аккумулятора, номер программы, время до окончания сеанса и многое другое. Прибор имеет 8 программ, из которых 6 программ базовые, одна программа детоксикации и одна программа комплекс, которую можно составить вручную с помощью программного обеспечения, содержащего более 3000 программ. Прибор снабжен модулем Bluetooth для удобного управления программами с мобильного приложения, а также программирование прибора на расстоянии. Для наилучшей эффективности каждая базовая программа выполняется в два шага. На первом этапе производится эндогенное воздействие. Прибор с помощью электродов считывает колебания, возникающие в организме. Далее производится фильтрация сигнала, обработка и инверсия. Обработанные колебания возвращаются к человеку. В процессе данного воздействия образуется замкнутый контур адаптивного регулирования. При каждом последующем возвращении колебаний в организм человека происходит ослабление или полное подавление патологических частот, постепенное восстановление гомеостаза, динамического равновесия в организме. Параметры электромагнитного воздействия определяются состоянием самого человека, что делает их максимально индивидуализированными, а данный метод наиболее оптимальным для улучшения общего состояния человека. На втором этапе прибор переходит в режим экзогенного воздействия и выполняется одна из выбранных программ. Экзогенное воздействие частотой Хильды Кларк. Антигрибковой программы.
программы подавления простейших, антивирусной, антибактериальной или антигельминтной программой. Прибор не является изделием медицинского назначения, а значит, может быть вами использовано в домашних условиях для профилактики. На сегодняшний день это лучший прибор не только по соотношению цены, качества и возможностей, но единственный прибор, обладающий самой современной и продвинутой технологией биорезонанса, сочетающий эндогенное, экзогенное воздействие с возможностью программирования, не имеющий аналогов в мире. Пользуйтесь новейшими технологиями продления жизни и будьте здоровы!